оплата еды криптовалютой. Как сообщает cointurk.com, теперь пользователи крупнейшей в Германии службы по доставке еды Lieferando смогут использовать свои криптокоины для заказа еды. Стабильная растущая компания Lieferando была выкуплена голландской компанией takeaway.com. Компания Takeaway – одна из самых известных компаний по заказу еды, которая интегрировала оплату в биткоинах еще в 2013 году. За этим решением также стоит огромный пользовательский спрос, и число заинтересованных пользователей растет каждый день.